же нам хорошо. Камеры стоят везде. Они фоткают и потом дальше могут остановить. Смотри, как, что это происходит вообще. А что, у нас хорошо? Ну, вроде да. Дэна будет обыскивать. Смотри, расставили ноги, обыскивают. Это Старикс, не? И Старикса, и Дэна. Вау. К нам пойдет. 85 здесь. Вот, смотрите, 85 ман. Это звук мотора Порше. Да это жесть! Мы не можем, мы просто звук мотора. Как машина Старикс? Хорошая. Как открыть, Денис? А вы как смотрите на Камаро? Где тут кнопка? А. Как у вас машина? А? Как машина? Топ. Топ? Да, все вроде кормят. Минимально. У нас тут сейчас варианты. Мы думаем либо в карты там. Ваню типа... можно пронести в рюкзаке. Нет, мы такие типа проходим мимо. А они такие, а что так много? А мы такие, ты в карты? Что ты в карты? Посоединяйся. Такой, я зайду проверю. Телевизор кидаешь карты. Я скажу, это мой друг, он сейчас уйдет. Мы телевизор посмотрим. Мой друг провожает. Не, мы такие заходим, такие, да. А что это? Ты что не знаешь? Ты что не знаешь, время другое, в Европе сейчас футматч идет, а все смотрят. И все такие, оп, оп, оп. Ой, дай яблочко. У меня есть яйца, если хочешь, и два. Есть банан. И банан? И банан есть. Блядь. И колбасик, если хочешь. У нас есть желтый Порш. Можно поспать? На нем как бы мы... Сколько номер стоит? Все на нем остановилось. Сколько номер стоит в Порше? Остановиться в Порше сколько стоит? На ночь просто. Сколько? Ты хочешь со мной на ночь? 40, блядь, унций. Да? А у Старикса... И в Корвете сколько там у Старикса? Ваня, потихуй, открой тачку. Может это в Атланту? Вова, сзади. Open the багажник! А знаете, кто самый батя сейчас? Флэми. Да он хуй. Не хуй, во-первых, а кокот. Не надо как бы... Есть? Есть? Все. Так что, на? Какой-то хочется фрукт. И пить воды хочется. Ну, не надо ссать жестко. Вот там магазин. Ну, go на газ стейшн просто. Я знаю, вот там... Шок. Я знаю, ближе мусорка, я уже проверил. Или в натуре поехали какой клубешник. Я знаю, ну, что да. Туда где-то, Атланта. Ну, клуб. Можно клуб поехать. В клубе поспать? Энерджи надо, что не спать. Я буду танцевать. Я прям вообще не спать двое суток. Намутим порох себе, не будем спать. Если сдохнуть хочешь, я могу тебя убить. Не, я хочу с удовольствием. Да? Дороги две. Да. Спим двое суток. Когда будем обратно ехать, будем ехать 250 миль. Чтоб с ментами, чтоб красиво. Да, так и есть. Потом Стариксу, Жене и Зевсу визу больше не Это называется Navi GG Daniel Teslenko.com, да?